А уже вечером стало известно, что из-за проблем с вывозом мусора во Львове собираются прервать учебный процесс. Галина Якушко с нами на связи, от нее узнаем все подробности. Галя, здравствуй. Так правда ли, что львовские школьники могут уйти на внеплановые каникулы? Добрый вечер, Катя. Незапланированные каникулы могут объявить со дня на день. По домам хотят распустить учеников 60 школ в трех районах города. Это Шевченковский, Залезничный и Франковский. Мусор из учебных заведений и детсадов не вывозят уже почти месяц. Спасает только то, что на улице еще прохладно, ночью около нуля. Иначе из-за запаха находиться в помещениях было бы просто невозможно. Но уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют повышение температуры до 15 градусов. Переважно більшість це харчові відходи. У закладах навчальних, закладах охорони здоров'я. І це є достатньо серйозна проблема погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації у місті Львові. Це є комахи, це є мухи, це є гризуни. Ми все одно проводимо заходи з дератизації, але результату цього не дасть, допоки ці контейнерні майданчики не будуть промитими. Решение о приостановке учебного процесса может принять комиссия по чрезвычайным ситуациям. Созывает ее мэр города Андрей Садовый. Когда это произойдет, точно пока неизвестно. Катя? Спасибо, Галя. Это была Галина Якушко. Она рассказала нам о возможном закрытии школ во Львове.